Сегодня пятница, первый день карантина. Посмотрим, какая обстановка в Стамбуле. Это обычный жилой район. Вот, кстати, первые кафешки, которые возле дома, они совершенно пустые. Так, это Микрос. Моющие есть. Ну, немного полупустые полочки. Ну, в общем, как бы ассортимент есть. С чего выбрать? Туалетные бумаги полно. Кто об этом волновался сильно, не переживайте, хватит на всех. Салфеток тоже много. Так, вот пустая полка с мылом, с жидким. Так, здесь консервы, все есть. Вот масло только растительное. Ага, вот макароны. Да, с макаронами проблема. Их все расхватали, вот какие-то парочку одиноких пачек. Ну, продавец выставляет что-то. Вот, и еще видела вообще пустую полку с мукой. Вообще ни одного пакета. Так, вот она полка. Вообще, видите, ни одного пакета муки. Это БИМ. И смотрите, здесь в самом центре поставили огромное количество ящиков с макаронами. Макароны есть. Так, вот мы, кстати, пришли парк аттракционов, и здесь все закрыто, огорожено. Боже, мы тут сможем пройти? Колесо обозрения стоит. Вот мы подошли к детской площадке. Посмотрите, вообще здесь нет ни одного ребенка. Я даже не верю своим глазам. Здесь какие-то взрослые что-то смотрят, кто-то там в телефоне копается. Ни одного ребенка. И сейчас около часа дня. Обычно здесь такие столпотворения в это время. Да, как-то печально так выглядят эти одинокие качельки. Ну вот мы сейчас идем по беговой дорожке. Люди продолжают заниматься спортом. Вот здесь вот у нас в парке такой вот беседочки. Но скажу, люди сидят меньше, чем обычно, но все равно люди сидят. Кафешка тоже без каких-либо признаков жизни. Вот еще кафешка совершенно пустая, никого нет, хотя работает. Сейчас посмотрим вообще, какая ситуация. Обычно сейчас как раз время обеда, и здесь целая улица различных заведений. Ну, здесь пусто. Вот здесь тоже пусто. Ну, дальше я вижу здесь пастане, как бы кондитерская. Пусто, вообще ни одного человека. Хотя все открыто, персонал внутри. Так, здесь буреки продают. Тоже пусто. Вот еще кафешка. Внутри вижу одного человека. Ну вот мы прошли 5. Одного посетителя я увидела. Вот я зашла в ШОК. Вот здесь пустая полка с мукой. Вот только безглютеновая мука. Еще какая-то дорогая есть. Так, полки с макаронами разнесены. Осталось шихрие. Ага, вот несколько пакетов Барилла есть. Надо взять себе парочку, пока все не унесли. Туалетной бумаги полно здесь. Ну, в общем, все есть. Так, с мылом перебои, с влажными салфетками. Вот, кстати, гречку в ШОКе купила. Суперфуд написано. 6,50. Ну все, мы идем домой. Какие общие впечатления? Могу сказать, что в принципе на улицах людей немного меньше. Но машин очень много. Автобусы тоже выглядят как бы забитыми. Людей в масках вообще не видела. Есть, видела в перчатках. Потом
кафешки, часть, да, вообще полупустые. Ну, в некоторых есть люди, ну, поменьше, конечно, чем обычно. Вот, детей на улице вообще не видела никого с коляской. С маленькими детьми, только школьного возраста. Так, еще заметила на улице много турецких хозяек с огромными 3-5-литровыми баклажками Доместоса. Ну, и все.